Девочки, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Достаточно длительное время не снимала для вас никаких видео. Понимаете, да, наверное, все понимают, потому что когда у многих блогеров, на самом деле, ушла вот эта вот мотивация, когда вот перестал YouTube платить за рекламу, но у меня сегодня новиночки. Не все показывала, конечно, потому что на греческий больше снимаю, потому что как работа все равно, да? Но сегодня решила, думаю, ладно, сниму тоже и на мой русский канал. Так что привет всем опять, мы снова вместе, и можете подписываться на мой инстаграм, там у меня как-то обновления часто достаточно идут. Так что, да, сегодня я к вам с видео, с покупками с сайта Shein и еще с одного сайта, то, что мне прислали на Amazon магазин. Один у них прислали для рекламы. Так что летняя одежда, пляжная одежда, но можно также, кстати, в городе носить. Так что поехали, если вам это видео интересно. И поддержите меня пальцем вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Итак, девчонки, давайте приступаем к первой вещи. Это вот такие шорты. Это сайт Shein. И взяла в размере S, не носила их, когда они мне пришли. Они мне, ну я их померила, они мне были чуть-чуть на спине, в общем, на пояснице большеваты. А я сейчас на кето опять, и поэтому, видимо, скинулись килограммы лишние, и они мне вообще большие. Поэтому я их подарила сестре. То есть сестра у меня их будет носить, они новенькие. А здесь классные они вообще на самом деле кармашки, такие очень летние, очень яркие, цвет обалденный. У меня, кстати, в том году я тоже брала шорты с рубашкой таким цветом. Классно! Прям идеальный. Материал достаточно плотный, но он такое, вы знаете, я не знаю, что там за состав, я не читала, кстати. Здесь как будто лен и коттон, хлопок. А, ну вот сейчас вот смотрю на этикетки, которые я не отрезала, 100% хлопок. Но вот по ощущениям как будто лен с хлопком. В общем, вот такое что-то. Они такие свободные. И с другого магазина... Я примерю, и потом сестра примерит, я вам ставлю, покажу, как по-разному сидят. То есть они на М идут вообще размер. У меня сестра М носит, поэтому они на М-ку идут, хотя это S, то есть больше мерят. А с другого магазина, это мне для Инстаграма уже прислали, вот этот магазин на Amazon есть. Смотрите, название. Сапсич, как-то так. Ну, в общем, оставлю ссылочки и названия под видео. Прислали мне рубашки, такие накидки, туники для пляжа. Но их также можно носить и в городе. Первое, это безразмерный, то есть это one size идет. Вот такая легкая-легкая, как будто она прям невесомая, прям прозрачная. Цвет, девочки, идеально подходят под эти шорты. То есть я эту рубашку тоже подарю Томе, моей сестре, которая здесь вот со мной, потому что у нее купальник тоже таким цветом есть. Ну, в общем, безупречно. Длинные рукава, их можно подкатить. Здесь разрезы можно завязать. Здесь сзади она длиннее. То есть ее по-разному можно носить. И смотрите, следующее. Ссылочку в описании найдете. Топ. Кроп-топ с Shein, это тоже S размер. Вот такой обычный, с тоненькими лямочками. Это я его уже носила, не постирала. Ну, в общем, классный такой ежедневный топ. Смотрите, если делаем аутфит для города, то есть не просто на пляж, а для города, одеваем, например, кроп-топ, сверху рубашечку и шортики. Либо такие, да, под цвет, либо джинсовые, любые. Белые шорты, и вот вам уже городской стиль. То есть вообще классно. Я, то есть, подбираю себе одежду так, чтобы она сочеталась между собой, и можно было бы составлять больше луков, вот именно летних, под любое настроение, под любой выход из дома. То есть на пляж, в город, там, в супермаркет, в кафе, я не знаю, хоть куда. То есть вот, первый аутфитик у нас есть, покажу вам. Девочки, следующий кроп-топ хотела показать вам вот такой белый, с разными разрезами, вырезами. Сейчас тоже очень все это модно. Покажу, как смотрится на мне. Смотрите, вот один, вот этот предыдущий, он чуточку короче, этот чуточку длиннее, но такой базовый топ. Можем носить вот как... На мне сейчас с шортиками, либо с юбкой, с джинсами, с юбкой деним, который, вы знаете, миди, либо макси, прям идеально будет. Можно надевать такой
топ, базовый, но в то же самое время модный из-за вот своих разрезов, и под пиджак, под курточку, то есть когда попрохладнее погода, под рубашку, например, такую, черную, белую, любую, да, то есть вообще такой универсальный топ всегда нам нужен, да, лучше несколько и в разных цветах, но вот беленький, конечно же, прям супер освежает, классно, тоже посмотрите. И, девчонки, к этому, с этим топиком, либо с предыдущим, да, можно носить вот такие шорты из, юбка-шорты из джинсовые. Я вам сейчас их покажу. Смотрите, так, вешалки. Смотрите, это тоже сайдшин. Вот такие шорты джинсовые, вернее, спереди это юбка, сзади это шорты. Обожаю такую вариацию, здесь тем более еще все такое несимметричное. Есть карманы, пуговки, и давайте откроем. И смотрите, когда открывается, здесь просто уже идут шорты. Мне очень нравится, что если хотите надеть, например, такую короткую джинсовую юбку, да, но она будет очень короткая, вот такая. А как шорты, это уже супер. У меня есть вот в таком плане черная юбка-шорты из Зары. Идеально, идеально. Вообще вот больше всего ее ношу. И вот теперь еще джинсовый. Тоже классно смотрится. Размер этот, этих шорт экстра смол взяла, но можно было бы даже еще потуже, но можно с ремнем, конечно, надевать. Экстра смол, так что размер в размер подходит все, классные. Они прям идеальные, они, я не скажу, что они прям стретч, они не тянутся практически, но, в общем, супер шорты, находка. И тоже, не помню, сколько стоят, но, в общем, ссылочки в инфобоксе. Девочки, смотрите, следующая рубашка, переходим уже к полностью аутфиту, да, для города. А, вот такая рубашка, такая же, точно такая же, как и вот фуксия цвет, как розовая, но такая же еще белая. Я уже вот эту оставлю себе носить с белым купальником, если на пляж. Если делаем аутфит для города, то, смотрите, берем, ну, например, вот эту мою новую юбку, шорты, белый кроп-топ и сверху рубашка, как вторым слоем. То есть и от солнца защищать будет, и если ветерок тоже будет защищать. И просто смотрится классный такой сложный, более сложный образ, чем просто майка и шорты, правда? Тоже посмотрите, как это все будет на примерке. Девочки, и следующая вещь, это опять этот же магазин Bisabsich на Амазоне, в общем. Такая же рубашка в черном цвете. Больше ничего здесь не поменялось, потому что мне их прислали три разные, ну, вернее, одинаковые рубашки, но в разных цветах. Цвета я выбирала сама. И смотрите, опять то же самое. Если днем, ну, помимо пляжа, да, с черным купальником, днем с таким же аутфитом просто меняется чуть-чуть цвет, да. Боже мой, они не держатся на вешалках, падают. Делаем, да, такие дневные аутфиты. Если надеваем на пляж, с черным купальником идеально будет. Тоже я это, конечно, для пляжа все с черным купальником хотела. Но смотрите, еще как вариант. Можно надеть, например, какое-нибудь мини-черное платье, аксессуары, сверху эту рубашку, и можно уже выйти вечером. То есть тоже классный аутфит. То есть такая универсальная вещь. Все, девчонки, на мне посмотрите, как это все выглядит, и переходим к следующей вещи. Итак, следующий, так, двигаем чуть-чуть. Здесь в наборе две вещи, это уже чисто пляжная. Но опять же, топик можно одевать и в городе. Топ, вот такие сейчас все вязаные вещи, крючком, либо какая-то машина, любая вязка, все это сейчас в моде, купальники и до жакетов, все классно. У меня что-то подобное уже где-то было, не помню где. Но, в общем, что-то было подобное, я уже носила на пляж с купальником, обалденно смотрится на фотках, все классно. Просто завязываем через шейку, здесь спина открытая, он такой коротенький, легкий, невесомый, идеальный. И цвет, это шин, да, размер, наверное, S-ку, и, в общем, напишу в инфобоксе, не помню, потому что этикетку отрезала. В общем, ставлю размер, цвет не белый, он такой молочный, очень красивый, очень приятный материал, не колется. И с этим топом
шла у нас вот такая супер юбка. Но в городе, конечно, нельзя, на отдыхе прям идеально, либо где-то на острове, да. Смотрите, она очень длинная. Она вот такая вот вся вязка у нее, надеюсь, видно. Здесь сбоку завязочки, то есть как шнуровка. И полностью открыта сторона вот эта. Она длинная, очень длинная. Я не знаю, даже вот на фотографии на модели тоже она длинная, прям по полу волочится, вот так лежит на Shein, да, на сайте. Но здесь, если как вариант... Подвернуть ее раз, она все равно длинновата. Повернуть ее, если в два раза, уже не так красиво смотрится. Ну, в общем, чисто такая пляжная вещь, чисто вещь для отдыха. И смотрите, она такая тоненькая, но ее можно растянуть. То есть вообще идеально, все равно классная штука. Мягкая. Юбку, кстати, я еще не носила. Но на пляже обязательно вам сниму и покажу, как смотрится. Так, девочки, покажу вам сейчас последние две вещи из вещей. Это сайт Shein. Смотрите, вот такая кофта. Разлетайка, это номер S с длинными рукавами. Чуть-чуть цвет не белый, а чуть-чуть такой, как молочный цвет. Но издалека, в принципе, незаметно. Я думала, он будет белый. В общем, классная такая укороченная. То есть, если для города, можно сверху футболочки одеть. Если для пляжа, сверху купальника. Белого особенно будет классно. В общем, видите, опять все вязаное, такое модное. Классная штучка, очень нравится. Особенно для отдыха, да? И к ней, к этой кофте, я взяла вот такие шортики вязаные. Здесь уже можно их затянуть. Взяла тоже размер S, но они очень мягкие и они очень-очень растягиваются. Я брала, чтобы носить их вместе, хотя это отдельные вещи. Но цвет чуть-чуть, видите, вот чуть-чуть кофта по... теплее белый, этот вот чисто белый. Но все равно как бы оно и так сильно не бросается в глаза. И тем более, если будет светить солнце, то это будет вообще незаметно. Так что тоже примерю с купальником. В городе нет, конечно, да, но для пляжа идеально. Тоже оставлю ссылочки, посмотрите. И также примерку. Когда поеду на море, примерю, вам покажу. Окей, девочки, сейчас с одеждой закончила я, да. И взяла также с сайта Shein 7 купальников. Первый, смотрите, я не буду все снимать, наверное, примерки, потому что мне нужно много дней для этого, ну, то есть смысла как бы нет, но можете посмотреть у меня в Инстаграме, потому что они все обычные, то есть здесь ничего такого, я хотела именно такие классические модели, то есть треугольник, вот этот я уже поносила, я могу вам оставить, все остальное в Инстаграме можете потом, ну, в дальнейшем, да, смотреть. А, смотрите, вот этот треугольник, такие лиф, черные трусики, самый минималистичный. И с этим купальником шла вот такая юбка. Как она? Ну, юбка. Забыла, боже мой. Туника, не туника. Ну, в общем, вот такая юбка на бедра, да, надеваем. Я про нее вообще, если честно, забыла, поэтому не снимала ее. Ну, в общем, только вот этот купальничек могу вам ставить. Примерку посмотрите. Все остальные купальники я примерку, если вот что успею, я вставлю, что не успею, ну, как бы... В Инстаграме уже посмотрим, потому что до того момента, как я буду монтировать, ну, в общем, сколько получится отснять. Вот, пошлите дальше. Дальше, опять же, самый простой, взяла белый купальник. Смотрите, тоже треугольнички. На спинке завязываем просто, ну, то есть все обычно, тоже S размер. Я, по-моему, все взяла S-ки и трусики. Вот такие тоже. Но все то же самое, трусики отдельно. Кстати, вот этот купальник я взяла по отдельности, потому что мне отдельно понравился лиф и отдельно понравились трусики. Но цвет, ну, на 10% чуть теплее вот этот белый цвет. Ну, в общем, можно вместе, можно отдельно. Ну, в общем, они очень бюджетные и очень классного качества. И я как раз-таки брала вот этот белый купальник под белую рубашку. Следующий для меня странный такой цвет. Ну, в общем, взяла золотой купальник. На фотографиях смотрелось, тоже S-размер, на фотографиях смотрелось классно. Ну, на девочках, да, кто там показывал. Вот такие трусики. И лиф тоже треугольнички просто. Единственное, мне не нравится, что внутри белый подклад, который будет выглядывать. Ну, это окей, ладно, для фото только такой купальник, скажем. Но на каждый день, ну,
Наверное, нет. В общем, как-то я не в восторге от него. Но вроде качество ничего. Посмотрим, в общем, как это будет в носке. Если успею снять, то покажу здесь. Если нет, то в Инстаграме уже посмотрим. Следующий купальник, который мне очень нравится из-за цвета. Это тоже размер S. Смотрите, тоже юбочка, как вот на черном, на бедра. Такой неоновый, желтый, такой прям неоновый, супер. А трусики такие тоже обычные. Так, трудно, да, на самом деле так показывать. Но, в общем, тоже обычные трусики на завязках и обычный лиф, треугольнички. Я не знаю, насколько на камеру это выглядит, да, каким цветом, но, в общем, он супер яркий, супер такой неоновый. Класс. А, девочки, следующий супер тоже классный купальник, прям влюбилась в него. Неоновый зеленый, опять же, на камеру не знаю, как выглядит. В общем, неоновый зеленый внутри, сверху вот такой блестящий, металлический, серебристый. Даже он переливается по чуть-чуть поближе вам. И трусики. Достаточно высокая посадка, такие супер минималистичные, в общем, классные. И завязки вот эти зеленые, просто кайфовый прям купальник. Тоже размер S, но здесь чашечки чуточку больше, чем вот у предыдущих. Так что классный тоже. Тоже посмотрите либо в Инстаграм, если успею, то здесь видео. А следующий купальник... Так, осталось два. Я уже устала говорить, если честно. Следующий купальник вот такой русалочный, как я его называю. Тоже размер S. Смотрите, треугольники. Угу. Вот, наверное, цвет передается все-таки правильно. Видите, он чуть-чуть переливается голубой, розоватый, какой-то сиреневатый. В общем, такой классный купальник. Цвет вообще обалденный. Очень нравится, что здесь нет этого подклада, который будет выглядывать на трусиках. Трусики чуточку более закрытые. Еще не носила, но здесь везде, видите, я взяла на завязках, чтобы можно было все регулировать. В общем, тоже либо в Инстаграме, либо... Ну, я, скорее всего, на видео здесь не успею все отснять. В общем, вот такой. Имейте представление. Очень красивый купальник. И последний. Да, наконец-то. Последний купальник. Уже розовый такой. Смотрите, он как будто тоже чуть-чуть с переливом идет. Такой, как перламутровый, тоже без подклада, трусики классные. Они сильно затянуты, потому что я их на Йоланду примеряла. В общем, трусики классные, но они чуть-чуть как бразилиан идут, поэтому Йоланде они не очень так хорошо понравились. А лиф, девчонки, это размер S. Он просто, там еще чашечки, он просто микроскопический. Для меня он микроскопический. То есть мне надо было М-ку брать, но там писали в комментариях, что трусики большие. Ну, в общем, надо было все равно М-ку. Ну, в общем, лиф у меня будет носить Йоланда. Но он действительно детский. Смотрите, как он маленький. Ну, в общем, классный такой, знаете, тоже как русалка. Розовый такой переливающийся купальник, материал. Суперский, мне очень нравится, но жаль, что маловат. Единственное, если трусики я буду носить с другим розовым лифом. А, девочки, вот и все. Все вещи вам показала. Пишите мне в комментариях, какой аутфит вам понравился больше всего. Ссылочки и всю информацию вы найдете в инфобоксе под этим видео. И если вы хотите посмотреть примерку, например, купальников, которые я не вставлю в это видео, то можете посмотреть в Инстаграме, но чуть-чуть со временем, да, потому что нужны все равно дни для этого. Вот, все, заканчиваю видео. Если вам оно понравилось, ставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И мы увидимся с вами в следующем видео. Поцелуйчики и пока!